Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kakhovka şəhəri yaxınlığında işğalçılara məxsus hərbi təyyarəni vurub. Məlumatı Ukrayna Hava Qüvvələri Komandanlığı yayıb. Təyyarənin pilotu katapult edib. Vurulan təyyarənin Su-35 qırıcısının olduğu ehtimal edilir. Это что, кого? Наших сбили? А я тебя за что? Это что, походу, бля, как он провода еще не ебанул? А какой, чей самолет? А вон, глянь, стоят пацаны тоже. За жестокий, да, вот это сбили. Ну да, он ее сбили вот здесь. Вот это будет лететь, лететь, лететь. Представляешь, как туда попали? Красавцы, молодцы, сбили. А ну сейчас глянем. Вон она, ага, вон, вон, вон. Увеличить надо. Нахуй.